доехали до Камских полян, заброшенный АЭС. Проезжаем пожарку. Пожарная часть. Там вроде машина стоит, что ли? Да, последний бокс. Пожарная? Нет. Вон там девятка стоит. А дальше вот это какое-то административное здание. Сейчас мы будем там смотреть. Дорога здесь вообще классная. Догадайтесь, кто сделал. Чья там дача в конце? Вот огроменное здание. Сейчас мы сюда зайдем. Сюда уже тропинку проложили. Да, сколько денег вбухали. Какие-то что-то вкладывали, наверное. Когда самое интересное? Сейчас, сейчас, сейчас. И, конечно же, пошли мы в подвал. Темно, ничего не видно. Тут даже кушали. Да, здесь вот поиграть в этот пейнтбол. Классно было бы. Столько всяких комнат, лабиринты. А, выход какой-то. Куда-то. Огромное здание. Выбрались. Смотрите, когда снимаешь такой пейнтбокс. Мы в пропасти выбрались, мы же вынесли из подвала. Сейчас поднимаемся наверх. Сколько этажей-то? 6-7 этажей есть. Ух ты. Какие-то опасные подъезды. Лестница опасная? Да. Ничего, мы же легкие. Особенно вот между вот этими. А, да, вот этот проем. Вставать туда не стоит. Это надо перешагивать. Ух ты, это еще не верх. Добрались до верха. Чердак получается. Мы на крыше. Сейчас можно всю АЭС посмотреть сверху. О, какая красота открывается. Да, вон там пожарка там. Вон там. Мы сейчас... Все как в сталкере, смотри, там тоже такая же электроподстанция была. Пожарка там тоже. Кто там в пожарке-то обитал? Долг, что ли, не долг? Не знаю. Мы сейчас поедем по этой дороге направо. В сторону Камы. Приехали мы оттуда. Эх, погода хорошая. Лето. Тут у меня товарищ общается. Что, ответили чего-нибудь? Да, говорит, шли его пути. Ну, поехали тогда. Харбол. Тата С 2012.